нашу жизнь цветок поет, и песню солнцу выкрепят. Ты слышишь эту они на меня смотрят. Да? И особенно эта чумазая Булатка. Да она на тебя так смотрит, будто бы собирается тебя съесть. Ну, бутончик. Да. Розанчик. Тюльпанчик. Ну, пожалуйста.
Это мило. Правда? Да, обожаю эти народные выражения. Да. За то, что ты должен быть красивый.
Говоришь как-то чудно, не по-нашему. И ни с кем не знаешь, а? Пардон. Но мне не это. А ну, погоди, погоди, погоди. Ну, до чего ж ты мне нравишься? Да. А просто съела бы тебя. Да, ну, пардон, я занят паской. Пасовкой. Фу ты, господи. То есть спасением овец. Да погоди же. У меня к тебе дело. Дело. Ну, это другое дело. Какое? Поцелуй меня. Вы это уже не делаете. Вы опять начинаете? Ну, на что тебе сдалась эта кислятина? Фу! Да у него на уме только одни цветочки. А мы с тобой пахи. Мы ведем свое большое стадо. Ты такой хорошенький, что все будут называть баранов только нам. Ты у меня будешь вроде как приманки. Послушай, я... Ну, тебя, ну, точь-точь, как у завитого болванчика. Болванчика? Ну да, который выставлен в окне у цирюльника Гильома. Голубчик ты мой. Да вы просто! Просто дикар! С вами даже разговаривать неудобно! И вид у вас! Какого боровуса! Что? Да я другому бы глаза выцарапала, а ты! А кто я? Что я? Как там-то у тебя шелковый, а там овец-то в репейнике пасешь. А зверей-то зверей, как только скотина терпит, удивляюсь. А потому и терпит, что скотина. А чё? А ну проваливай! Я тебя спрашиваю. Ну а тебе чего? Кого надо, того и бью. Кто это? Граф Аскар, первый министр короля, кавалер ордена подтяжки. Первой степени невежа. Невежа первой степени. Характер, нет, мне невозможно слать, ваше сиятельство. Это пастушка Булотта, достопримечательность вот этого села. Слышал. Скажите, любезный доктор, как вы очутились в этом селе? Я иногда лечу местных крестьян, а главное, у меня одно важное поручение. У меня тоже, но это удивительно. Лейб-медик всесильного вассала Синей Борода и первый министр короля Мамеша встретились в глухой деревушке, меня разбирает любопытство. Благодарю. Скажите, как он, ваш господин, рыцарь Синей Борода? Очень плохо. Вдове и вторые сутки.
Как он перенес потерю? Ничего, стойко, он привык. Ведь это его пятое вдовство. Он очень оплакивал свою жену. Ой, черт, он ищет новую. Новую? Ха. Удивляюсь, когда смотрит его величество. Вы забываете, что рыцарь Синей Борода всесильный феодал. Это чудовище. Это чудовище каждую минуту может объявить войну королю. И тогда вы пропали. Да. Но, к счастью, он занят своей личной жизнью. Он ищет новую супругу. И вы ему помогаете. Да. Да, представьте, поэтому я здесь. Я должен заказать монумент пятой жене и одновременно подыскать шестую. Мой господин поручил мне среди местных девиц найти самую добродетельную. Он по местному обычаю хочет увенчать ее розами. И вот я должен отыскать самую лучшую девушку, вполне пригодную для супружеского гроба. Черт возьми, ложа! Ну, где я такую отыщу? Вот задача. Нет, я разослал прокламацию. Черт подери, исключается... я устроил лотерею. Пусть все тянут жребий. Идея. Идея? Нет. Я всегда говорил, у вас замечательный государственный ум, ваше сердце. Знаете что? Давайте-ка лучше выпьем. О, сюда вот. А что? Как врач, всегда имею при себе. На случай скорой помощи. Вернейшее медицинское средство. Я предлагаю выпить на ты. Два таких человека, как мы, должны быть на короткой ноге. За короткую ногу. А что это? Адская земля. Где вы это достаете? Мы должны дать клятву верности друг другу. Да. Теперь, когда мы с вами, с тобой, на короткой ноге, пусть девизом нашей верности будет... Око за око. Нет уж. Лучше зуб за зуб. Да-да. Ну, а теперь расскажи. Расскажи, старик, как ты здесь очутился? Слушай, что тебе тут нужно? Понимаешь, старик... Мне нужна принцесса. Принцесса? В такой глуши. Ладно, раз мы с тобой на короткой ноге, я тебе открою жуткую дворцовую тайну. 17 лет назад наша королева Клементина разрешилась от бремени и произвела на свет дочку. Клянись молчать. Клянусь зубами. Зубом. Ну, зубом. Говори дальше. Наш король повеш не мог примириться с мыслью, что на трон взойдет женщина. И вот он родил наследников. Клянись молчать. Клянусь зубами. Зубом, ну, зубом, ну, говоришь. Как только на свет появился маленький принц, маленькую принцессу решили немедленно сплавить из дворца. Сплавить? Ну, чтобы не было лишних наследников, взяли корзину, положили в нее принцессу. С тех пор о ней забыли, но тут произошло несчастье. А какое? Принц неожиданно умер. Как так вдруг взял, скончался? От чего? Ну, то ли с перепуга, то ли с перепоя. Ну, одним словом, в династии образовалась брешь. Ну, а при чем же здесь ты? Господи! А кто первый министр? Я! Я должен позаботиться о потомстве короля. Ну, а почему же король сам не может этого сделать? Король занят истреблением мужской части своего двора. Он очень ревнив, казнит по первому подозрению, поэтому я, как первый министр, обязан таскать принцессу, которую не справились. Сплавили. 15 лет назад. А если ты ее не найдешь? О, Господи, ну... Отыщу крестьянку из тех, что помиловиднее, пусть наследует, черт с ней. А почему ты ищешь именно здесь? Тайное расследование показало, что как раз против замка Синей Бороды по реке Шлюз. Судя по этому, корзина просто не могла уплыть дальше. День! Да день! Ну ты мне уже говорил. Да, но сюда идут мои кроссовки. Прекрасно. Прошу, смотри. Yeah.
что смиренно живет, герцог супруги берет. Доблестный мой господин, все здесь решает один. Он поручил мне сейчас лучшую выбрать из вас. Синей своей бородой он все сердца покоряет, домоком свой отворяет. Новой жене молодой, кем наш обычай знаком, здесь надо тройно явиться. Хочет наш рыцарь жениться и венчать ее любимцом. Случай простой, очень простой, и только пять оставил. Смотри, шестой, слуги шестой, он захотел. Не терял, золотым ею, как сталь, мы здесь устроим скорей. Всех я прошу, платери, ну-ка, пиши. Где имена будут наши лотерей писаны, где кофе прочий, ко мне будут жребий твой тянуть. Все подачите билет, все подадите скорей. Ваша судьба лотерей, и хана нам даст ответ, и хана нам даст ответ. Писать.
ставит самому рыцарю. Он венчает ее собственноручно. Итак, идете? Волнуетесь? Но это естественно. Граф Асгард, вытяните своей благороднейшей рукой имя счастливее.